Российские железные дороги отказались от курилок в поездах дальнего следования. Причем, если ранее представители РЖД говорили о том, что готовы создать такие места, то теперь этот вопрос снят. Об этом русской службе новостей сообщил начальник департамента пассажирских сообщений Геннадий Верховых. Раз есть закон, то граждане должны его выполнять. А курить можно будет на платформах во время остановок поездов. Напомню, закон, запрещающий курение в общественных местах, частично вступит в силу с 1 июня этого года. А уже с июня 2014-го курить в России можно будет только у себя дома и на улице, в том числе находясь в личном автомобиле.